despair. И мы подъехали наконец-то к Турану, слава богу. Потому что ну едешь. Как говорил Рошан, мы едем, через 3 месяца приедем. Ну вот практически так же. Действительно, от населенного пункта, который на Тее, я боюсь просто соврать, до этой точки 120 километров без заправок, ребята. Поэтому заправляйтесь. Вот то, что мы заправились, вот мы практически этот бензинчик сожгли, потому что перевал неплохой, там потом еще подъемчики, всякие серпантинчики. В ущелье то вверх, то вниз. Ну, сейчас мы здесь будем ночевать, все. Дальше мы уже не поедем. Хотя, в принципе, до Кызыла всего лишь километров 100, да, 90 осталось? Даже 80. Мама, даже 80 может доехать, по-моему. Ой, тут по 49 уже бензин реально дороже. Да, здесь уже бензин 49, та же фирма, кстати, красноярский, как он называется, не знаю. 72. До Кызыла. До Кызыла всего 72. Время... 22.50. 23 часа, значит.